Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о так называемом Снейк храм в Боливии. Я уже сделал видео с достаточно много фото от Брайан Форестера об этом месте. Я еще немножко подсобрал разную информацию об этом месте, разные фотографии с разных ракурсов. И решил сделать как продолжение, вторую часть этого видео о так называемом Снейк храм. Чем он меня заинтересовал? Это в первую очередь, любой человек этим заинтересован, что почему он, во-первых, храм так называется, там есть так называемая статуя змей, и на ней след, как будто такой след оплавления. Причем это оплавление, я так понял, что было луч сверху. Ну, я так думаю, кто его знает, может, и не сверху. И следы полного разрушения. Храм разрушен в пух и прах. То есть все там разбросано, гигантские каменные блоки буквально разбросаны там по такой площади. Вот то же самое, кстати, произошло в Тианаку и Пумапунку. И местные легенды про Тианаку и Пумапунку говорят, что в этом месте жили так называемые гиганты, дети богов, а потом якобы они прогневили бога, и бог там и всех там бахнул. Ну, кто-то там сбежал, а в основном они там все вместе с этим Тианаку и Пумапунку и слегли. И все это то же самое, полное разрушение, каменные блоки разбросаны на огромной площади, некоторые блоки буквально там вот так вот вывернуты аж. И как будто вот, и даже не столько вот там был удар, не взрыв, а как будто вот воздушная волна вот это все разбросала, понимаете, не столько вот, не видно там следов, ну вот именно взрыва, вот там горения какого-то, а именно как будто был воздушный вот какой-то вот хлопок, и именно это все разрушено уже как бы воздушной волной. Thank you.
Все остальное вы видите дальше видео об этом снейк-храме. Еще раз повторю, там самое интересное, это вот свет, как будто вот лучом оплавлено. И официальная наука утверждает, что якобы это была какая-то линза из золота или меди отполированная, и якобы ее там направили, и вот она так выжила. Кто его знает, я думаю, что это не так, что вряд ли такое могло быть, ну, я очень сомневаюсь в этом. Скорее всего, что я бы мог предположить, что какой-то вот луч сверху. Кто-то вот выстрелил по этому храму, там, с орбитальный удар, кто его знает. Я ж там не был, со свечкой не стоял. Только машина времени может дать ответ на все вопросы. Но, по крайней мере, посмотреть на разные фотографии оттуда мы в наше время можем, ну, там, предположить, что там произошло, тоже можем. Я покажу, насколько смогу собрать вот фотографии этого места вот с разных ракурсов, с разных углов. Все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Stone Snake and Ojje Fortress. On the shores of the Lake Titicaca, the stone figure of Colossus of Great Serpent Tupac Katari stands again. This is the most important piece of Ch'uku Pirka archaeological complex located in the Santiago de Ojje community. Its lifting and the discoveries made in the area have become a sufficient causes to continue with the excavations and investigations in the stone complex. This has been determined to be a military fortress belonging to an archaic state of the first century after Christ. That is to say that it has an antiquity of 2,000 years, or can be even much more older. Archaeologist Luis Miguel Calisaya, one of the researchers working
On the site explained that since time immemorial, the inhabitants of area have admitted a large number of worked stones that covered an area of approximately 1 hectare, distributed in the middle of their crops. Archaeological complex is made up of more than 50 carved stone pieces whose weight range between 1 and 4 tons, which formed part of 4-meter thick walls, forming a rectangle fortress with an area of 1 hectare. I think this is a temple. They stated that boleadoras and arrowheads were also found in the area, which accounts for a combat from approximately 2 millennia ago, which is also supported by different mutilations to the stones in the area. They indicated that stones are made of dense red sandstone from Desaguadero and Guacui quarries worked and in a relixial sculptural style. They also discovered that there is a direct alignment between the serpent effigy and Southern Cross during the four seasons of the year, making the fortress as an astronomical observatory. Likewise, they indicated that the stone would also be a materialization of the myth of Great Serpent or Katari, which would travel the River of Stars in search of a place to found a town and turn into stone, a cosmogony typical of several cultures in the region. The colossus of Great Tupac Katari Serpent is promoted as a piece of great ancient value of Andean cultures. The archaeologists of the Directorate of Cultures of the Government of La Paz, Carla Flores, said that this image represents a large snake, which for centuries was considered a symbol of power for the cultures that emerged on the shores of Lake Titicaca. It was found on a pond where running water damaged a large part of work, and when we discovered it last year, we realized that it was image of the colossus of Great Tupac Katari Serpent. According to our archaeological research, the Ch'uku Pirka temple in Tiwanaku, where the colossus of the Great Tupac Katari Serpent is located, is a geological fortress with a rectangular shape oriented to the four cardinal points from where you can admire Milky Way systematically. Regarding the colossus of the Tupac Katari snake, this would be indefeated as the anaconda that guided the members of the culture to build this temple and several others in different sectors.